В актовом зале районной администрации состоялось очередное рабочее совещание. Началось оно с вручения общественной награды за благотворительность и добровольчество «Благотворитель Кубани». Ее присвоили директору Афипского НПЗ Алексею Сидорову, руководителям крестьянско-фермерских хозяйств Андрею Куемжиеву и Владимиру Ищенко. Здесь же, в торжественной обстановке, юным гражданам Российской Федерации вручили их первые паспорта. Продолжилось совещание с заседанием антинаркотической комиссии. Старший оперуполномоченный отдела наркоконтроля Руслан Хасанов доложил о результатах по пресечению незаконного оборота запрещенных веществ в Северском районе. В 2022 году сотрудниками полиции зарегистрировано 44 преступления, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. Изъято почти 4 килограмма запрещенных веществ. Сейчас преступники пытаются торговать через интернет, оставляя ссылки прямо на улицах. Даже если у нас пишут вот, ссылки в телеграм-каналах, написано мир, адрес и так далее. Как работаете вот в этом направлении с вот этими ссылками, которые расписывают стены и так далее? При выявлении у нас идет на постоянной основе операция «Наркотрафарет». Мы совместно с администрацией по данному вопросу при выявлении надписи своими силами ездим, закрашиваем. Популяризовать среди молодежи здоровый образ жизни помогают антинаркотические добровольческие отряды. Ребята участвуют в молодежных фестивалях, операции «Наркотрафарет», организуют различные акции. Антинаркотическую работу нужно продолжать, подчеркнул глава района Андрей Дорошевский.